Это вот карта Барнаула с действующими объектами недвижимости, которые продаются. Вот так, буквально одним нажатием сенсорного экрана, Максим Бауков показывает журналистам, как не прогадать с выбором квартиры. Онлайн-программа называется «Домклик». Здесь можно пройти все стадии оформления кредита, а в банк прийти лишь за подписью в документах. Тем более, как говорят эксперты, сейчас. Снизились ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,6% пункта. Теперь ипотечные ставки стартуют от 9,6%. Для жителей Алтайского края, города Барнаула, других городов это позитивная новость, безусловно. Так, с 11,4% до 10,8% снизится ставка на покупку готового жилья. Минимальная ставка с учетом дисконтов, это для участников акции «Молодая семья» и зарплатных проектов, теперь составляет 9,6% годовых. Ну а для строящегося жилья базовая ставка упадет на 0,3% и будет равна 10,6%. Специалисты уверены, доступные ставки по ипотеке привлекут на рынок тех клиентов, которые ранее откладывали покупку. Людям важно показать на примере, просчитать. Если вы на своих источниках это сделаете, так как сейчас Максим Юрьевич делал, да, просчитал, просто просчитайте инвестиционно привлекательность, вместо того, что у нас в связи с проектным финансированием, с кроусчетами, мы до 25% рост цен у нас все-таки будет. Это будет выгодно. Вслед за крупнейшим банком страны обещают пересмотреть тарифную политику еще несколько финансовых организаций. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком.